специально решили выйти на улицу, чтобы было понятно, как это смотрится в ритме большого города. Ой, какая красота! Эля, остановись. Остановись. Это новая коллекция. Внимание, вы ее еще нигде не видели, но мы решили его сразу показать вам в эфире. Платье роскошное на запах. Оно уже есть в наличии в бутиках. Мы даже не брали ни шляпки, ни сумочки, но оно очень красивое. Так, и давай прям пройдемся, к нему покажем. Просто нереально. Девчонки говорят, просто нереально. Так, давай прям пройдемся еще куда-нибудь. Сейчас к нам еще Лена подсоединится. И теперь, ага, и давай. Вот, девочки, представляете, вы такая красивая, красивая, будете гулять на улице в нем. Мы с Элей смеемся, говорю, здесь почти 10 метров ткани, можно было платье в пол сшить. Так, вот давай, вот здесь я себя сейчас еще сниму. Проходите. Оно есть уже в наличии в бутиках. Мужчины с ума сходят по дороге. Так. Это очень крутой, вообще просто нереальный принт. Нежнейший шелк. И внутри тоже шелк белоснежный идет. Так, сейчас я вот так сохраню. Так. Стоимость 12 500 рублей. Оно есть в наличии в бутиках. Очень красивое платье. Эль, тебе оно нужно обязательно. Так, давай еще вот так чуть-чуть. Тяжелое, да, оно тяжелое, но оно того стоит, оно очень крутое. Так, ну все, пойдем ближе к нам к магазину. Юбка, смотрите, как юбка играет. Я тут с двумя телефонами иду. Я вам тоже взяла. Видите, какой костюм себе. Сейчас покажу его, как он смотрится. Вот так, ага, во-во-во. Вот сейчас вот здесь. Не провоцируйте ДТП, пишет. Сейчас, подожди. Слушай, Эльна, очень красиво. Все, пойдем на меня. На меня. Угу, на меня пошли. Девчонки, оно уже в бутиках. Сегодня вы его заберете. Спасибо. Так, сюда пойдем. А где наша Лена? Лена должна была прийти. Платье. Лены нет. Ну хорошо, ладно. Мы сейчас пойдем, покажем дальше. Бомба бомбическая. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, у нас. А мы тебя ждем на улице. Еще не готова? Так, костюм, кстати, девчонки. Только что переоделась в костюм. Крутой костюм. Шелковый уже поступил в продажу, также в сиреневом цвете. Вот такие, такие брючки, вот такой крутой жакет укороченный. Очень модная тема сейчас, кстати. Сейчас. Эль, иди сюда ко мне. Все ждут платье. Вот такая вот у нас крутая коллекция вышла. Все это есть в бутиках. И платье, и костюм. Спасибо. Костюм вообще бомба. Я сейчас только что его примерила, думаю, все, я его забираю. Причем такой же сиреневый. Спасибо, девчонки. Платье есть в наличии в бутиках. 12 500 рублей. Элечка, давай теперь покажем его здесь хорошенько. Мы там его засветили хорошо. Так, давай вот так. Слушай, ну какое платье. Боже мой. Сколько здесь ткани? Кто угадает, сколько здесь ткани? Девчонки, почти 10 метров, представляете?
Это новая коллекция, мы его еще не снимали. А еще, смотрите, у нас поступили юбочки с жакетами в таком варианте костюма. Вставайте вдвоем. В такой костюм воздушный в французском стиле, в нескольких оттенках, еще в голубом и в мятном, поступили в продажу. Да, 10 метров ткани ушло на платье, поэтому платье оказалось такое, ну, прям тяжелое, крутое. Спасибо, девочки, спасибо огромное. Красотка. Сюда можно также пояс добавить. А принесите, пожалуйста, еще голубой цвет, показать голубой цвет костюма. Костюмы есть в продаже, платье тоже есть в продаже. Давайте вот так вот. Сейчас я сделаю небольшой бумеранг. Мастер бумерангов. Вот такой вот у нас сегодня микс новинок. Платье в бутиках в продаже 12 500 рублей. Костюм в продаже тоже в наличии. Питер у нас... Питер будет несколько дней не работать в связи с одними событиями. Узнаете скоро. С хорошими событиями. Так, давайте тогда... Вот, покажи, пожалуйста, еще какой костюм, какой цвет есть. Еще есть голубой цвет, очень красивый. Вот такая еще версия. Давайте я вас сниму. Так. Голубой, пудровый и платье. Очень красиво. Лена, тебе идет все, говорят. Или тебе тоже все идет. Ну вот Лене говорит, что голубой больше идет, да? Потому что у нее глаза голубые. Видите, у нее глаза голубые, и поэтому голубой костюм ей просто прям к лицу. И мятный тоже будет хорошо. Так, Леночка, ты идешь переодеваться. Я еще сниму платье, и мы быстренько-быстренько, нам нужно успеть за 15 минут все успеть. Так, еще раз давай я сниму платье. Сейчас, секунду. Раз, два, три. Поехали. Слушайте, какой красивый. Его хочется все время снимать, согласитесь? Его все время хочется снимать. Так, давайте мы сейчас во время эфира сделаем небольшие подарочки подарим. Значит, Олечка, подскажи, просто какой-то пижамный костюм из брюк, который снимали на Бали с Женей. На Мальдивах мы снимали костюм в сиреневой расцветке. Они поступят в продажу через несколько дней. Они будут шортами, они будут отдельно рубашками, и они будут платьем. Эль, пойдем, наверное, иди, наверное, переодевайся, иначе мы не успеем. И они будут рубашки. То есть, получается, костюм, который снимали на Мальдивах, внимание, значит, он будет платьем. Я была как-то на эфире в платье. Я его шила себе, его очень сильно спрашивали, поэтому мы решили его запустить. Костюм будет с шортами и отдельно будет рубашка еще. Три изделия из этого формата расцветки будет. Костюм, как на мне, это не комбез, это костюм, девочки. Это костюм очень крутой, прям безумно крутой. Единственное, что мне нужно будет брючки подшить. Сейчас девочки выйдут, мы будем разыгрывать еще подарки. Так. Так. Оранжевые, кстати, платья крутые поступили в продажу. Кроп-топы вот в таком варианте. Оранж, апельсинка тоже. Девочки, крутая коллекция. Вообще с шортиками, с белыми вообще будет круто смотреться. Или, например, с джинсами, шортами. Такая крутая ткань гжель. Оранж с люрик с нитью, эксклюзивная только у нас. А, подождите, я, по-моему, держу задом наперед, да? Нет? Ну, в общем, вот такая вот версия очень интересная. Давайте задавайте ваши вопросы пока. Отвечу на ваши вопросы, пока девочки переодеваются. И будем переходить к главному. Так, давайте расскажите, как давно знакомы с нашим брендом, с какого года? Просто мне очень интересно знать, откуда вы нас знаете. Где увидели, может быть, рекомендацию, или, может быть, видели рекламу, или просто в интересном увидели, или просто, ну, как бы от нас знаете. Новое платье хотят, да?
2019 год, пишет Светлана Диак. Юлечка, 5715, 2018 года. А кто сейчас участвует в вопросе, кто хочет выйти в прямой эфир со мной, я могу вас пригласить. Ланочка, 2019 год. Ланочка, я знаю вас с курса, вы тоже у меня, молодец. Ириша пишет, 2021 год. Дианочка, Санрайз, 2018 год. Какая умничка, приятно. Спасибо большое. Лет 5 знаю, уже не помню, откуда знаю. Покажите, пожалуйста, блузу мятную. Она вот она где-то была. А ее, наверное, сейчас одевают девчонки. Сейчас выйдут, ее одевают. 3 года с показа мод Mercedes-Benz. 2017. Я из Австралии, здесь все вас знают. Ой, как приятно. Боже, боже. Костюм, как на вас, будет с длинной рубашкой. Девочки, нет, он не будет с длинной рубашкой, он будет в таком формате. Давайте будем немного расширять свое вообще сознание относительно моды, потому что если мы будем постоянно носить только удлиненные рубашки, то это будет, ну, действительно обычно. А это так ультрамодно, ультрастильно и немного необычно. Давайте будем выходить из рамок стандартов и пробовать что-то новое. Потому что этот костюм придуман не просто так. Он очень круто зрительно удлиняет ноги. И поверьте, у меня тоже есть животик, я тоже люблю оливье, шучу, конечно, но, тем не менее, смотрится он потрясающе, даже женщины, которые рожали. Поэтому не стесняемся, приходим, меряем и выходим из рамок стандартов. 3 года назад реклама, 2020, рекомендуем в Инстаграм 2020, знакома с вами благодаря моей начальнице 2019 года, Инна Школьцевская пишет. Оксана, 2020, 2019, с 2019, вы крутые, спасибо. Мама дала ваш профиль, 2019, уже 3-4 года. Ой, спасибо, девчонки. Блин, жалко, что у нас так мало времени, я бы с вами еще пообщалась. Давайте мы сейчас прогоним еще новинки, и Элю отпустим, и еще поговорим с вами о подарках. И если кто-то захочет выйти в прямой эфир с нами, то будет писать, и я буду приглашать в прямой эфир и тоже дарить подарки. Так, поехали. Вау, девчонки, какие красивые. Вот, собственно, новая мятная блуза. Та самая мятная блуза, которую... Здравствуйте. Мы тут прямой эфир параллельно ведем, так что... Нет, мы вам не мешаем. Так, джинсовые шорты, новая мятная блуза с цепями, очень классная посадка. Прикольно тем, что вы можете сочетать эту блузу также с брюками на каждый день. Очень крутая блуза, девочки, причем такого классного качества ткани и невероятно смотрится абсолютно на любой фигуре. Спасибо, девчонки, смотрите, как... Иди сюда ко мне, такая мятная леди. Вы можете эту блузу взять также с собой в осень. Цена ее 4900, да? 6500. 6500 рублей. Блуза есть в наличии. Шортики тоже есть в наличии в бутиках. Сейчас я сниму тоже, подожди-ка. В мятном исполнении, очень красивого формата. Жень, ты тоже снимаешь, да? Шорты крутые. Да, спасибо, девочки. И мы собрали лук такой с мятными лодочками. Смотрите, как получилось максимально стильно. Блузы уже есть в наличии, также еще в мятном цвете. Поэтому присоединяйтесь к нам, приезжайте в бутики, примеряйте. Эти блузы разбирают очень быстро. Леночка, дальше. Эля. Ой, слушайте, ну костюм. Сказать, что костюм бомба, не сказать ничего. Смотрите, какой костюм. Этот костюм вообще самый-самый хит, самый тренд. Кроп-топ такой, причем с эффектом того, что вы можете приспустить плечики, а можете, например, сделать более закрытый вариант, более открытый. На Мальдивах мы снимали в более открытой версии. Здесь же вы можете, например, попробовать поэкспериментировать, да, и сделать это вот таким вот образом. Оба костюма, и как на мне в наличии в бутиках, и как на Эле тоже в наличии в бутиках. Костюм, как на Эле, цена 10 500 рублей. Уже. А, 10 900. Так, давай вот так вот снимем. Ой. Ну, поставьте ему реакцию сейчас, поставьте, девочки.
Поставьте реакцию этому бомба-костюму. В сиреневом цвете, кстати, все продали вообще. Все под ноль разобрали сиреневый. Сразу же мы как на Мальдивах выложили его. Все, сиреневый разобрали в первый же день. А сейчас мятные поступили. Сиреневого больше не будет, к сожалению. Даже не ждите. Цена 10 900 рублей, уже есть наличие в бутиках. У нас, кстати, его заказывают в США, в Нью-Йорк, в Австралию заказывают, в Дубай заказывают. Вообще самые модные девушки заказывают этот костюм во все точки мира. Просто бомба, пишут девушки. Спасибо, девчонки, большое. А теперь, как было, давай. Вы можете вот сделать более закрытую версию. Кроп-топ вы можете сочетать с шортиками, девчонки. Шорты, как вариант, тоже может быть как микс. Очень красиво. Все вообще в восторге. Под такие волосы идеально. Все, Олечка, давай иди переодевайся, иначе я боюсь, что мы не успеем. Одень, пожалуйста, голубое шитье просят. Новое. Так, давайте продолжим наше общение. Я же хотела провести конкурс. Блин, я забыла. Прошу прощения. Ну, в общем, я, насколько поняла, вы нас знаете уже очень давно. Кто-то с 2018 года, кто-то с 2017 года, кто-то 2016 даже года, кто-то вообще с самого основания, когда еще не было ни бутиков, ничего, кто-то вообще со времен ВКонтакте. Ребят, у нас буквально через неделю будет новое открытие. Сегодня мы о нем объявим. И это будет... действительно масштабное открытие, и это будет еще один шаг вперед, потому что мы долго шли к этому, мы очень долго думали, сделать ли нам это или не сделать, и даже в условиях пандемии, после пандемии мы приняли решение, что мы готовы развиваться еще дальше, еще больше, еще выше, еще круче, мы готовы рисковать, мы готы даже вкладываться дальше. Поэтому по этому поводу у нас будет открытие уже через неделю. И я думаю, что очень многие гости, кто будут в этом городе, к нам приедут, обязательно поддержат наше открытие. Как вы думаете, в каком городе будет это открытие? Кто сейчас угадает? Кто угадает, в каком городе мы открываемся ровно через неделю? Вот прямо сейчас, в прямом эфире, я сейчас буду разыгрывать сертификаты, как и обещала. Так, сейчас я найду этот пост, где нужно было угадать город открытия. Так, вот он, пост. И мы хотим, я сейчас разыграю сертификат на 10 тысяч рублей с этого поста. Под этим постом отдельно разыграем. И отдельно сейчас из прямого эфира. Значит, как я сделаю? Я сейчас открываю прямой эфир. И сейчас кто будет здесь вот правильно, кто угадает, тот получает от меня сертификат на 10 тысяч рублей на новую коллекцию. Кемерово нет, Тольятти нет, где-то за границей нет, Сочи, в Сочи мы есть. Кто угадает? Самара нет. Кто же угадает? Киев нет. Кто угадает, в каком городе мы открываемся через неделю, тот получает сертификат на 10 тысяч рублей. Уфа нет, Париж нет, Самара нет. Саша Ситков в эфире. Москва нет, в Москве у нас два бутика. Екатеринбург нет, Тюмень нет. Подсказка – это город России. Ростов нет, Сочи мы уже есть, Сочи. Симферополь нет, Краснодар нет. В Краснодаре мы есть, в Екатеринбурге мы есть, в Казани мы есть. Ростов нет, Кемерово. Девочки, вы не угадали, Красноярск нет, Калининград. Красноярске мы есть, в Калининграде, Ростов. Давайте, 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 давайте. Кто сейчас на сертификат на 10 тысяч соберет? Крым нет, Нижний Новгород нет. Девочки, ну, сори, никто не угадывает. Кто сказал Питер?
Кто сказал здесь Питер? Только что. Смотрим, кто сказал здесь Питер? Ростов, Ростов, Крым, Нижний Новгород, Казань, Питер. Наталья, 16:29. Я вас поздравляю. Вы только что стали обладательницей сертификата на 10 тысяч рублей. Где вы у меня здесь? Сейчас я вас найду. Так, где вы здесь? Сейчас я вас приглашу в прямой эфир. Готовьтесь выйти в прямой эфир. Не могу вас найти, к сожалению, здесь очень много комментариев. Да, ребята, мы открываемся в Питере через неделю. Большое пространство, двухэтажное, центр Питера. Нереально крутое помещение, нереально крутой ремонт будет. Вся новая коллекция будет в Питере через неделю. Мы прилетим сами. Настя вылетает из Москвы, мы прилетим из Новосибирска. Подтягиваются наши модели, подтягивается наш пиар-отдел. Модели Москвы, визажисты. Очень крутая тусовка будет через неделю в Питере. Двухэтажный бутик. Действительно невероятное место, крутое, трафиковое, очень стильное, очень даже фешемебельное. Чуть позже я расскажу более подробно все. Но, Наталья, вы молодцы, что вы выиграли. В Питере мы открываемся через неделю, мы расширяемся, мы движемся дальше, мы переезжаем в очень крутой бутик. Да, сейчас идут ремонтные работы. А я была все в прямом эфире, все зафиксировано, девочки. Вот все, что у меня здесь вылазило, вы можете потом перепроверить, я сохраню эфир. Так, погнали дальше. Так, ой, слушайте, девочки, какая красота. Это у нас, собственно, новая коллекция. Ой, вообще красивая, давайте вдвоем вас. А это то самое платье с хлопкового шитья цвета Тиффани, которое уже покорило всех. Оно уже есть в бутиках сегодня. И оранж, смотрите, какой крутой топ. Это с коллекции Мальдив. Оно есть, он тоже есть в бутиках, и такой же в тандеме оранжевое платье. Теперь вдвоем, девочки, вставайте. Вот такая вот нежная красота. В бутиках уже наличие есть. Топы в продаже. Топы в продаже есть? Топы в продаже. Мята в продаже тоже. Так, и сейчас я по одному тоже сниму. В Питере мы есть, но мы расширяемся. Я и сказала, что мы расширяемся. А получается, видите, комментарии же, они вылазят в разной последовательности у всех. Поэтому как у меня вылезло, так вылезло. Я это все сохраняла. Поэтому, девчонки, все были свидетелями, без обид. Так, костюм, ой, точнее платье, шитье. 11 500 рублей в мятном исполнении. Встань, пожалуйста, сюда. Угу. А, 10 500? 10 500 оно стоит. Я немножко неправильно вам сказала. Вот такой очень красивый Тиффани оттеночек. Еще даже не успели его отснять. Уже его разбирают в белом и в черном цвете еще. Угу. Так, Элечка, теперь ты. Так, и сюда. Смотрите, какие мы еще босоножки подобрали крутые. Так, подожди-ка, сейчас вот так вот сделаем. Нереально вообще. Так, а теперь давайте все втроем иди сюда. Ты Тиффани, Тиф. О, смотрите, как мы сочетаемся. Смотрите, какая новая коллекция получается у нас, да? Так, сейчас я тут немножко тоже сниму. Жень, ты нас снимаешь? Да. Какой вам образ нравится? Как на Лене, как на Эле или как на мне? Давайте мы сейчас как раз с вами розыгрыш тоже сделаем. Так, Женечка, возьми, пожалуйста. А, нет, Эль, ты держи. Давайте сейчас голосуем, какой образ вам нравится. Костюм, как на мне. Нравится, как на Элли, топ с брючками. Или же, как на Леночке, вот такое красивое шитье. И мы сейчас разыграем, внимание. Знаете, что мы разыграем? Что мы разыграем? Что-то мы хотели разыграть. А, мы сейчас разыграем с вами джинсовое платье вот с таким красивым воротником на выбор. Либо джинсовое платье, либо вот эту блузу. Вот это, либо вот это. На выбор, на выбор. Давайте сейчас просто задала вопрос. Лен, не уходи. Итак,
вопрос понятен. Поехали. А Эля, получается, говорит цифру от... Нет, Лена говорит цифру от 1 до 12. 7. 7, поехали. Раз. Так, нужно ответом на Женечке супер. На какой Женечке? Где здесь Женечка? Где здесь Женечка? Меня зовут Оля. Эля зовут Эля. Лену зовут Лена. Женечка вот у нас. Женечка у нас помощница. Так, поехали. 7 цифр сначала. Давай. Все не подходят. Эля блонд, раз. Костюм 2. Оля 3. Елена не подходит. Лана 3-4. Супер пати Тиффани 5. Олесь. Где? Вот, 7 на Лене. Татьяна Инстайл, мы вас поздравляем, Танечка. Вы только что стали обладательницей очень красивой блузы либо платья на выбор. А чтобы ее забрать, напишите нам, пожалуйста, WhatsApp по ссылке в шапке профиля. Так, погнали дальше. Девчонки, идем переодеваемся. Сколько у нас еще времени есть? Чисто теоретически. Сколько? Классно. Ну, давайте хотя бы в платье в пол закончим. Давайте платье в пол. Мы, конечно же, очень много что не успели, но давайте хорошо я вам покажу, что не успели. Значит, смотрите. Во-первых, это новая коллекция. Они уже есть в наличии или нет? Были, да, уже. Их мы тоже еще не выкладывали. Внимание, эту коллекцию я выложу примерно завтра, послезавтра. Это потрясающие новые платья. Тоже из нашего люксового шифона, вот такого крутого. И их будет совсем чуть-чуть. Они в мятно-оранж исполнении с таким в наличии, да? Они уже есть в наличии. И когда вы его увидите на модели и на съемке, я вас уверяю, этих платьев не просто не будет. Их не будет в этот же вечер, потому что там такая красивая съемка, там так красиво смотрится это платье на модели в освещении, вот особенно в дневном освещении, это просто бомба. Простите, когда будут свадебные платья, Светлана Дик? Свадебная коллекция будет примерно через 2 недели. Когда будет голубое платье с длинными рукавами, как на Адель? Я буду на производстве в понедельник, уточню эту информацию. Просто я знаю, что они раскроены, мы их раскроили, но еще пока не отшивали. Но мы их отошьем, может быть, недельки через 2 будут. Так, еще хотела вам показать. Вот это платье тоже, тоже очень красивое, голубое. Дальше... Это синие тоже последние уже остались, последние единички. Блузы тоже последние единички уже, все, девчонки, их разберут очень быстро. А вот эти блузы тоже последние остались. Так, это что такое, это платье? Костюмчики последние остались, вот эти последние уже остались. Так, комбезы вот блестящие еще есть чуть-чуть в продаже. Так, шитье белое есть еще в наличии, последние остались. Вот такая версия платья мини. Вот такая вот версия в французском стиле мини. Тоже это новая коллекция, мы их еще не выкладывали. Тоже выложим совсем скоро, очень такое романтичное с ретро-нотками. Вот такая версия. Смотрите, какой шелк крутой. Это в наличии тоже платье. Так. По вечерним коллекциям есть кружевные платья в наличии, в продаже. Футляры. Последние, кстати, девчонки. Платье бюстье в наличии. Как на Маше Лобановой мы снимали съемка в Турандоте. Чуть-чуть уже их осталось. Их вот прям буквально по 3-4 штучки. Больше не ожидается. Все, больше их не будет. На тонких бретелях, на бархатных. Безумно красивое платье. Так, вот бюстье кружевные чуть-чуть еще есть. Затем с перышками есть немножко, в мятном исполнении есть. Есть еще в персике, в таком красивом золотом персике. Тоже прям последние единички остаются, и тоже, девчонки, их не ожидается. Так, дальше.
Вот кружевные костюмы чуть-чуть еще есть. Перышки, коктейльная версия немного еще есть. Ой, какое красивое платье, мамочка. Это новая коллекция из как раз с острова. То, что мы снимали на острове. Слушайте, но сказать, что я от него в восторге, не сказать вообще ничего. А теперь покружись, пожалуйста. Девочки, кто видел его на съемке на Мальдивах, поставьте реакцию, пожалуйста. Тебе нравится? Все, ого! Бомба, девочки, просто бомба. Они будут в наличии совсем скоро. Потрясающий сарафан. Очень сложный пошив. Я точно знаю, что мы его отшивать будем еще долго, потому что долго отшивается оно. Но недели две точно ему еще нужно будет, потому что долгий, сложный пошив. Но это вот чисто для ваших, для вашего очень красивого отпуска. Шляпка есть у нас? 16500 шляпку оденем. Давай мне тоже какую-нибудь шляпку. Давай Эли черную, а мне белую. Сохрани, пожалуйста. Так, все, мы пошли в круизную коллекцию. В общем, смотрите, если вы едете, кто, во-первых, летит в отпуск? Кто летит в отпуск, пожалуйста, поставьте реакцию. Белоснежный сарафан в пол в продаже будет через 2 недели на летнюю. Так. И либо костюм мятный. Что выбираете? То или другое? В общем, девчонки, бронируйте платье обязательно. Костюм забирайте сразу из бутиков. Где Лена? Где Лена? Идет, Лена? Дайте, пожалуйста, мне телефон тут. А сейчас я покажу вам еще одну версию. Оно большевато, что ли? Большевато? Нет? Даже не могу понять, как это моего. А, вот, повыше, все, отлично. Иди сюда к нам. Так, и еще одна версия летнего платья. Но оно чуть-чуть большевато, придерживает талию. Во, вот так, ага. Еще одна версия платья в пол, девочки. Это новый сарафан для вашего лета. Тропикана мы его называем. Очень красивая, с 2 разрезами. Такое тоже жаркое. Ух ты, девчонки пишут, девочки. Это все новая коллекция. Пожалуйста, приезжайте к нам в бутики. А давай тоже шляпку наденем на Лену. Нет, с нее не надо. Тебе сейчас другую там тут. Мы собираемся в отпуск. Вот такая вот крутая штучка. Белый сарафан 16500. Бирюзовый 18500 рублей платье в пол.